Всем привет! Эта серия уроков будет посвящена созданию карты. Я буду создавать карту небольшую в качестве примера. Так, жмем Create Map в лаунчере. Выбираем в графе тип карты мультиплеер. Вот мультиплеер. После MP пишем название нашей карты. После MP и нижнее подчеркивание. Вот я не буду заморачиваться, придумывать что-то. Напишу просто карта. Жму ОК. Теперь открываю Radiant. Вот в Radiant я создаю при помощи правого клика мыши в 2D. Вот это окно называется 2D. Правый клик мыши. Info. Player. Start. В 3D правым кликом мыши я вожу из стороны в сторону, и вот и нахожу его. Info Player Start нам нужен для того, чтобы правильно создавать объекты по размеру росту игрока. Теперь в 2D я жму Ctrl Tab и разворачиваюсь по росту Info Player Start. Отпускаем его при помощи Escape. В 2D создаем Brush. Следующим образом отводим курсор в любое место, жмем левый клик мыши и ведем влево или вправо. Теперь жмем Ctrl Tab, курсор мыши ставим неподалеку от, да, 2-3-4 юнита от самого браша, только не на него. Жмем левый клик мыши и ведем в сторону. Таким образом мы его растягиваем. И также и с другой стороны. Можем это сделать снизу и сверху. Ctrl Tab. И таким образом мы создаем браш. Первый путь к почве. Далее мы выбираем для него текстуру. Текстуру, к примеру, Local Tools. Выбираю текстуру колк. То есть эта текстура дефолтная, она не отображается в игре. Для того, чтобы браш вводить в сторону, влево или вправо, курсор наводим на сам браш и левым кликом мыши в 2D ведем вверх, вниз. Таким же образом можно делать и в 3D. На сам браш, вверх, вниз. Если немного в сторонке от него, то мы его просто растягиваем. Теперь я создам небольшую такую тестовую комнату. Выставлю размеры. Ctrl Tab. Теперь этот браш как бы увеличиваем по росту инфоплеер старта. Вот увеличили. И жмем кнопку Hollow. Нажимали, мы его опустошили. Внутри он теперь пустой. Так. Вот. Теперь мы отпускаем при помощи Escape. Жмем Shift левый клик мыши на шапку. На этот вот верхний кусок. Shift левый клик мыши. Я в 3D выделил. Жмем теперь Backspace. Это кнопка для стирания текста. Вот, вы видите такое свойство у нас. Мы, когда камеру в 3D отдаляем, у нас частично исчезают куски браша. Это, конечно, облегчает работу видеокарте и процессору. Но на данном этапе это пока неудобно. Можно нажимать Ctrl и параллельная кривая, и мы будем это все видеть издалека. То есть это не будет исчезать в зависимости от отвода камеры в 3D. Итак, я напоминаю, эта текстура колк, желтая текстура, является, вот она здесь, является дефолтной из набора инструментов текстур. То есть она не является собой, точнее, не видна в игре, не загружается. И так что ею можно закрывать
части карты, которые не попадают в зону видимости. Вот, к примеру, вот эти вот. А эти мы поместим в текстуру. Для того, чтобы выделить именно одну сторону браша, я жму Ctrl Shift. И вот в 3D окне левый клик мыши навожу на эту стену. Притом Ctrl Shift я не отпускаю. Теперь жму опять Ctrl Shift и левый клик мыши на другую сторону. И таким образом я выделяю лицевые части по периметру этой стены. Далее выбираю текстуру usage, точнее local tools, меняю на all. Далее текстура usage exterior wall, то есть внешние стены, и выбираю какую-нибудь кирпичную стену. Далее жму alt и правый клик мыши и веду кликом мыши в сторону. Таким образом мы перемещаем текстуры. Не браш, а текстуру на браше. Alt и правый клик мыши. Теперь я при помощи Ctrl Shift левый клик мыши выделяю лицевую часть этой текстуры и помещаю текстуру земли. Текстура Usage Ground. Выбираю текстуру земли. Советую выбирать, если вот вы видите 4 одинаковые текстуры, выбирайте первую. Скорее всего, все остальные будут прозрачными. То есть в игре будут прозрачными. Это прозрачная текстура, она нужна для другого. Я выбираю первую. Так. Это работа с брашем. Также браш, этот вот кусок текстуры называется браш. Также браш можно резать. Вот, к примеру, я выделяю кусок браша. Shift левый клик мыши в 3D. И вот в 2D разворачиваюсь. Как бы смотрю на него сверху. И жму Ctrl и правый клик мыши с одной стороны. Ctrl не отпускаю. Отвожу курсор в сторону. И правый клик мыши с другой стороны. Теперь я жму Shift Enter. И у нас вот она, линия разделения этого браша. Жму Escape. И теперь при помощи Shift левого клика мыши я могу выделить один кусок и другой. Соединить его нельзя теперь. Это два отдельных куска. Вот таким образом из этого куска можно сделать такое вот небольшое помещение. Опустошить его и также, как я показывал, Ctrl правый клик мыши раз, Ctrl правый клик мыши два, Shift Enter, я сделал прорезь. Это можно еще сделать следующим образом. Так, видите кнопку Clipper, мы нажимаем, выделяем brush, нажимаем кнопку Clipper и просто в нужной нам стороне жмем левый клик мыши раз и левый клик мыши два. Теперь жмем Shift Enter. Таким образом мы сделали прорезь, не зажимая Ctrl. Ctrl Z. Но я привык делать при помощи Ctrl и правого клика мыши. Shift Enter. Вот. Теперь этот кусок можно отвести в сторону, у нас будет такой небольшой проход. Это, конечно, не сверх детально смотрится, но это объясняет принцип. Теперь этот я сделаю чуть повыше. Это чуть приподниму. Все, так вроде на уровне.